Как поясняет уже мама его, что он в течение 3 месяцев лежал на растяжке. Конечно, все это для маленького ребенка было тяжело. В итоге судебной экспертизой вред здоровью его квалифицирован как тяжкий. Мама не изъявила желания предъявлять исковые требования непосредственно к Калиниченко. Она планирует исковые требования предъявить непосредственно управляющей компании о возмещении морального вреда и затрат на лечение ребенка.